напомню, вверх-вдох, вниз-выдох. И теперь на следующем движении, прямо из-за движения, посмотрите, я поднимаю и примерно от уровня плеч начинаю закругленно раскрывать руки перед собой. Не надо раскрывать руки, доводя до линии напротив плеч. У вас должно быть ощущение, что вы охватываете большой шар, то есть примерно до сюда. И потом на обратном движении закругляем и на ширине плеч опускаем вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Примерно на уровне плеч. Дыхание естественное, свободное. Пока вы делаете, я обращу внимание, что когда мы стояли в столбе, у нас линия лопаток расширена и линия поясницы расширена. То есть не надо делать так, чтобы ваши лопатки, они выходили из спины. Да? Нужно, чтобы округлая линия была. Вот и здесь тоже не надо делать лопатками, а у вас спина такая округлая в конце этого движения. Понимаете, да? Как будто вы обхватываете большой шар. Это важный момент. И опять же, у нас погода прохладная, можно попробовать более такое насыщенные физические упражнения. Тоже ноги пошире поставить. И вот наша форма приобретает такой вид. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сегодня прохладно, у нас сколько там, 2-4 градуса. Я рекомендую в такую погоду просто брать с собой перчатки, потому что со временем, когда вы, скажем так, будете более опытный цигун, будет такой эффект, что руки такие теплые постоянно. У меня были ситуации, когда приходили ученики, у них постоянно, ну, такой термин, лягущие лапки, постоянно холодные руки, и они говорят, да нет, никогда не будет. Ну да. И потом был такой эффект, что однажды занимались, не сразу, не на первый день, и у человека такой шок, такие округленные глаза, руки могут быть теплыми, оказывается. И вот у него пробой такой произошел, и с тех пор, не то что постоянно, но она понимает, что это, у нее есть такая возможность у тела. Были подобные вещи со стопами у человека, когда там пробои. То есть какие-то, назовем это, энергетические каналы пробиваются от практики, когда вы все правильно делаете. Но по-простому кровеносные сосуды расширяются, и у кожи капилляры открываются, ощущение такое на полность, тепла возникает. Но здесь требуется правильно делать, правильно расслабляться. Если есть зажатости, то кровоснабжение сосуды сжимаются. Вот. И когда есть сложности, можно вот такое простое упражнение еще вот расслабить верхнюю часть тела, повращать, и кровь немножко вот так приливает к рукам. Вот. Но тем не менее, на первое время рекомендую брать перчатки, чтобы вам было комфортно. Термос с чаем.